Всем привет, охота на кабанов началась. Ребят, сегодня ролик будет не совсем про рыбалку. Мы с Колей поехали на реку Белую. Будем сегодня сплавляться на катамаране. Это будет мой первый опыт. По дороге остановились в такой вот интересной, колоритной кафешке. Кухня здесь, если честно, так себе. Но зато очень интересно, он Коля свинью нашел. Ой, блядь. Кто больше испугался, я или свинья? Нет. Два, три! Три! Если вы остались в лесу один, и доширак остался в машине, а машина осталась наверху, это не беда, лес для нас накормит. Это дерево, оно очень питательно для личинок, а личинки питательны очень для нас. Сейчас я вам покажу, как найти обычного или необычного. Они все ушли отсюда, по-моему, Дмитрий. Ни одного нету. Короче, продолжение в следующей серии. Попробуй поставь еще один. Так даже иди. Так ты понял? Давай хотя бы этот попробуем. Майни. Со второго дубля. Дистанцию в лесу и на рафтинге. Дмитрий, где мы паркуемся? Ну вот здесь все. Короче, ой, нашел, смотри. Вот эта херня какая-то. Ты будешь проводить или я? Два часа катаний вдоль реки Белой и практически доехавши до Гузерипля, мы нашли место для нашего палаточного городка на ближайшие дни. Тут оно как раз удачно расположено, чуть вверху, то есть нас не подтопит, рядом разобьем костер, ну и сама река находится позади меня. Это Иван, он сын Толика. Давайте, опа, Дмитрий, раз, выпады, два, выпады, раз, Дмитрий, опа, жизнь налаживается. Пойдем, хватит халявить. Так, а у меня тут я шир. Ты отвечаешь за кухню? Да, я кухарка, повариха, драндычиха. Анатолий не одну катамаранину натянул в этой жизни своими мощными руками. Сразу видно рука мастера. Слушай, ну молодым покажи, надо дорогу дать. Давай, наверное. Я, наверное, так не закручу.
слышали, что в лес нужно ходить за дровами, то это все неправда. За дровами нужно плавать в речку. Вот он, Анатолий, чемпион мира по стронгмену. Мне кажется, я нашел идеальное место для подъема, потому что машина в 20 метрах стоит. Водичка свежая. Что ты будешь с этим делать, Толь? Я хочу поставить, земли насыпать и посадить чудо. А, как кашпо, да, использовать? Да вообще просто вот посадить можно даже дерево. Ну, в него посадить. Да. Вот это круто. Ну, кашпо не получится, улей получится. Коля! Во-первых, расскажи, каково тебе было в стрингах? Натянуло, если честно, не понимаю. Вообще эмоции, впечатления? Ну, слабенько. Ты хоть снимал что-нибудь? Что-нибудь снимал. Слабенько? Как мы пилили. Давай дубль 2. Вау, было круто. Вау, это нереально, я вообще в шоке, я первый раз такое испытал. Вау! Вот это искренние эмоции. Надеюсь, у меня будут такие. Да я не знаю, холод. 17 градусов. Ладно, чё. Дмитрий решил прыгнуть, но стесняется. Димон. Я не понял, вчера вы мне говорили, что вы прыгнете. Мы говорили, это Димон говорил, что я не говорил ничего. Дмитрий, ну что там? Я точно помню. Для канала, для этого. Я точно помню. Как он называется? Я тоже говорил. Я прыгну, и ты прыгнешь. Да, и я прыгну, и мы завтра прыгнем. А ты прыгнешь? А вот я только не говорил, что прыгну. Я только. Готов. Раз. Обопри его об эту опору. Димон, ты смотрел «Спарта» фильм? Руку о поручень обопри. Толян, да прыгаешь. Как водичка. Ты обопёр поручень хоть. На счёт три. Давайте все. Давай. Раз. Два. Три. Три. Дмитрий, дай интервью быстро, пока у тебя шок не прошел, что ты ощущаешь? Короче, очень сильно кружится голова, ледяная вода. Да, ребят, я теперь лысый, ты снимаешь небо. А, да, я снимаю небо. Очень сильно кружится голова, свело тело, на улице 18, вода я не знаю сколько. Короче, без жилета лучше не прыгать, я реально под конец плыл, но я вот так уже все, я прям реально потерялся. Ну, это круто. Все. Не, подожди, не спеша, надо растягивать. Наоборот, наоборот.
Так, готовимся! Готовность! Готовность первая! Давайте! Раз! Два! Да не быстро, ну подождите, ну что вы так, а? Ну это же самый кайф сейчас! Ну не ломайте человеку удовольствие! Давайте! Раз! Два! Три! Короче, я что-то ты прыгнул, я аж за тебя больше тебя испугался и нажал на кнопку и остановил запись. И под конец прыжка записи не было. Не правда я тебе говорю? Неприятности это мы переживем. Не, надо еще раз. Ну, расскажи, Николай. Ты куда под воду уходишь и ощущаешь всю температуру воды? Да-да-да, реально. Без жилета внутри не вариант прыгать. Надо прыгать без жилета. Ну ты, кстати, единственный прыгнул, кто прыгал без жилета. Сила. Фу. Все, домой? Довольны? Все довольны, программа выполнена. Иван, ты-то отдохнул! Ура, компьютер, домой! Ура, интернет! Отдых, он настоящий отдых!